Traktordiena tās ir traktoru sacensības, semināri, demonstrējumi, tehnikas un pakalpojumu piedāvājumi, pārsteigumi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sijā Iva Balta Agro starp pasākumu dalībniekiem ar jaunumiem no Itālijas. Мы в этом году обновили свой ассортимент и представляем как бы новинку не в латышском рынке, но в нашей фирме. Это итальянские трактора McCormick. Их производит концерн Argo Tractors в Италии. И с этого года мы официальные дилеры этих тракторов в Латвии. Также тут мы представляем другую продукцию, которыми торгуем в Латвии и являемся дилерами в этой стране. В сотрудничестве мы еще работаем и с другой фирмой, нашими соседями Sija Armus, которые тоже работают вместе с нами. Если какие вопросы, могут их клиенты обращаться сразу к ним, и мы обсудим все это вместе. Трактора McCormick выбрали потому, что мы думаем, что в Европе он такой, как бы, не такой уж всем знакомый трактор, но думаем, что соотношение качества и цены у них очень хорошее. В этом тракторе есть уже использоваться бесступенчатая коробка передач, так как это делают более другие дорогие трактора. И мы думаем, что каждое хозяйство, хотя сэкономить чуть-чуть денег, может выбирать более дешевый, но качественный трактор. У нас на стенде сейчас сегодня стоит разбрасыватель Уния польской фирмы, тогда прицеп бельгийской фирмы Йоскин, тоже очень известной в мире. Дальше мы представляем очень качественные немецкие разбрасыватели минеральных удобрений Rauch. Рядом со мной стоит сеялка финской фирмы Tume, которые мы представляем в Латвии уже второй год. А рядышком в синем цвете стоит дисковый культиватор фирмы Ralmaka, тоже Польша. Это тоже новинка в нашем рынке в Латвии. Так что как бы хочу позвать всех наших клиентов посмотреть, позвонить, обратиться к нам. И мы думаем, что решим все ваши проблемы вместе. Фирма Sija Iva Balta Agro желает всем хозяйствам, всем собственникам хорошего урожая, хорошего года и хорошего дня.